Вот так. Company, у нас гости, мистер Риттер. Да. Возможно, пикани, но, скорее всего, это племя воронов. Можете говорить на языке ворона? Нет, а ты? Да, сэр. Могу. У меня хорошо получается языки заговаривать. Давай, действуй. Узнаем, что нужно этим ребятам. Он говорит, мы зашли на их территорию. И то, что мы должны заплатить. И какой тариф? Говорит, мы должны заплатить двумя лошадьми, чтобы пройти через их древние охотничьи земли. Скажи им, что пусть берет одного, на свой выбор. Говорит, двое. А я говорю, хрен ему. Скажи им, что я старый человек, я болен, я умираю. Скажи им, что мне плевать, умру я сегодня или завтра. Одна лошадь. Что эти красивые женщины делают вместе с этими уродливыми белыми мужчинами? Двое лошадей. Скажи им, чтобы выбирал еще одного.